Встреча прошла в форме диалога. Собравшиеся поднимали как частные проблемы, касающиеся деятельности отдельных профсоюзных организаций, так и общие темы, волнующие многих. Профсоюзная работа не стоит на месте. Так, например, число входящих в профсоюзы госучреждений за год увеличилось с 12 до 15, а численность с 1000 до 1400 человек. На встрече о работе своих профсоюзов рассказали представители аэропорта, хлебокомбината, отрасли образования, здравоохранения, строительной и торговой сферы. Все участники были единодушны. Чтобы поднять статус профсоюзного движения, нужна поддержка власти. И первый заместитель главы Анапы пообещал ее оказать. Будем отраслевые проводить совещания, то есть мы будем приглашать предпринимателей, работников, о торговле будем говорить, чтобы нас услышали. Хорошо, я хочу обратиться к вам, ко всем, как руководителям отраслевых профсоюзов города курорта Анапа, тоже со своей стороны, конечно, будем вам помогать, ну и вы, пожалуйста. То есть вы же можете нам, допустим, где-то подсказать, где-то сказать, где-то направить. Завершая встречу, Юрий Поляков поблагодарил ее участников за интересную беседу и предложил встречаться раз в квартал, чтобы обсуждать дальнейшее сотрудничество.